Сегодня будем украшать елочку в моем загородном доме. Вот так я начала ее, достал, муж, супруг достал. Будем ее украшать. Она у нас такая пушистенькая, хотя и уже довольно старенькая. Хорошую гирлянду, к сожалению, забыла в Москве, поэтому пришлось такой как бы занавес вешать. Но за неимением это тоже получилось неплохо. Ну вот так как-то получилось. Пока без игрушечек. Ну, мне кажется, очень даже неплохо. Вот. Такая миленькая елочка она у нас. Очень давно уже. Пушистик. Мне кажется, наверное, ну, лет 10 точно. Вот. Ну, сейчас украсим дальше. Ну, а теперь, конечно, будем вешать всякие разные игрушечки. В этом году мне захотелось, чтобы она была какое-то золото с красным. Мне почему-то показалось так красиво. Вот такая, на мой взгляд, очень красивая елочка получилась. Ну а теперь, конечно, надо убрать все, что вокруг насыпалось. Ну и немного решила украсить камин. Куда уж без этого. Вот такой бардак я устроила. Ужас вообще. Ну вот сейчас будем это все разбирать, девочки. Ну это просто кошмар. Вообще. Я уже и не помню, чтобы у меня такая гостиная была. Просто крову. Ну, давайте убираться. Ну, а теперь надо немного разобрать на кухне, сделать, так скажем, небольшую
поверхностную уборку. Так-то у меня вроде не сильно грязно. В основном все расставляю по местам, разбираю посудомоечную машину, загружаю ее заново. Ну, разберусь со специями, помою лоточек и микроволновку. Ну и, конечно, надо чайник помыть от накипи. Я засыпаю лимонную кислоту и кипячу его. И он просто идеально чистый становится. А вообще я люблю пользоваться одноразовыми такими полотенцами. Мне кажется, это более удобно, чем разные роды тряпочки. Ну и, конечно, мою раковину, это обязательно. Thank you.
Ну вот, приступаю к микроволновке. Надо немного ее освежить и помыть блюдо внутри. Протираем полочки обязательно, там скапливается всегда очень много почему-то пыли. Ну, наверное, потому что дом деревянный, и пыль как-то собирается быстро. Ну, протрем обязательно полочку над холодильниками. Это у меня два встроенных холодильника. Сейчас я цветочки сниму и потом все-таки решу их помыть. Вот. Потому что, опять же, пыль. Ну, а этот поднос как-то прям притягивает к себе всяко разный хлам. Не знаю почему, но все время заходишь и туда что-то кладешь. Поэтому все приходится разбирать там очень часто. Ну и, конечно, надо уделить внимание подоконнику. Он у нас большой, тоже вечно туда что-то кладется.
Вот результат нашего уборки. Там у меня еще сохнут цветочки, которые с холодильник я умирала. Все протерли. Ну вот отсюда цветочки высохнут. Ну, а теперь переходим на второй этаж спальни. Вообще, у нас их 5. Но так как мы ждем гостей, друзей, то надо застелить все кровати. Ох, это все непросто. Ну, а теперь переходим в другую спальню, и где тоже надо застелить постельное белье, ну и, конечно, освежить, брать пыль и пропылесосить.
Ну, а на сегодня, наверное, все. Всем огромное спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока!